Привет, привет, друзья. Это последнее утро в Германии. Ну как последнее, предпоследнее. Завтра я уже улетаю. Последнее в плане того, что мы здесь что-то проводим. Сейчас у нас конференция в городе Мюнстер. Церковь называется... Как называется ваша церковь? Просто Фрайман Верешекири. Ну, в общем, церковь Иисуса Христа, да? И мы здесь с братьями. Сейчас они меня отвозят на конференцию. Привет, Володя. Володя, как тебе эти дни, когда я здесь была? Очень классно было, да. Мы очень рады, что Анара у нас была в гостях, да, что много поговорили, да, много узнали. Да. Спасибо большое. Да, такие насыщенные дни были. Господь подарил нам хорошее общение. Что значит быть братьями и сестрами во Христе, да? Скажи, что совершенно незнакомые люди становятся родными, да, за короткое время. Конечно. Да, теперь... Мы все же в одном... В одной семье. В одной семье, да. Да, и теперь мы ждем Володю с Наташей, ждем во Флориде. Да, и ждем вас там. Да, так что приезжайте в гости в наш центр. И пожелайте нам хорошего дня. И пожелайте всем братьям в Германии такого большого пробуждения и желания служить Господу. И любить его всем сердцем, всем разумением, всеми силами, всей крепостью. Вот. Всем спасибо за молитву, за поддержку.